22 мая, РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в кафе в Баку возросло до 3. Состояние одной пострадавшей остается тяжелым, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова. Накануне местные СМИ сообщили о взрыве в кафе в Баку. По их данным, инцидент произошел в Биногадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра. В Минздраве РИА Новости уточнили, что во время взрыва погибли 2 человека, 2 были госпитализированы с ожогами. МЧС Азербайджана РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей в кафе стал взрыв баллона с пропаном. Один из пострадавших скончался, сообщила Ахмедова.